Командир танка, сержант Ян Юйфэй. Наводчик-оператор, старший сержант Хуан Фуменфэй. Механик-водитель, младший сержант Цзэн Жун. Дополнительная жеребьевка, которая определила, у кого какой круг. Каждый круг — это разное выполнение разных задач. Итак, стартует, друзья, команды Ирана. Первый круг — это боевая стрельба по мишеням номер 9. Теперь это уже 3. Для преодоления препятствий команда отправляется на площадку штрафного времени Исламской Республики Иран. Итак, ну что ж, проходит сейчас первый косогор команда штрафного времени. Так, ну что ж, через несколько мгновений, я думаю, появятся уже и мишени. Да, как раз-таки 25-я мишень уже в поле, да и противотанковое оружие, она рядом. У команды Китайской Народной Республики это сержант Ян Юйфэй. Работа второго экипажа. Да, второй экипаж проходит четвертый круг. Сейчас будет финишировать, передавая эстафету. Ну что ж, остается совсем немного второму экипажу. Продержаться, пройти брод, пройти холм. Огненную полосу и противотанковый ров. Заходит сейчас танк. Остается косогор. А синий танк останавливается. Время идет. Итак, дорогие друзья, от команды Китая замена танка. Да, замена танка. Это говорит о том, что будет штрафной круг. Причина замены сейчас уточняется. Остановился танк. После такой блестящей работы и боевой стрельбы по 12-м целям, по 12-м мишеням, танк останавливается. Будут определять технические работники причину, по какой причине остановился танк, по какой причине вина ли экипажа это, либо вина непосредственно самой боевой машины.